дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и моя сестренка Мишка, и снова, да, здравствуйте. Да. Сегодня у нас видео о покупке об одной из новых началок, точнее, чистокровных юрминских, которые добавили вместе с обновлением последним. И я очень долго думала, какую лошадь покупать, и сейчас даже будем до конца додумывать, потому что я не уверена, но идея уже есть. Так что, мешаемся, слезаем и идем философствовать на тему, какого коня брать. Потому что, в принципе, мне нравятся абсолютно все. Они все классные, они все милые до ужаса. Мы будем думать, решать. Так что, серьезно, мне нравятся все, но всех я взять не могу. Не потому, что у меня СК нет, СК-то как раз у меня есть, но я хочу пока что остановиться, ну, вот, купить началочку, остановиться, прокачать всех своих конях до 15-го. Это просто, я не знаю, сколько времени займет. Терпение и труд все перекопытит. Я скопычусь, наверное. Нормально. Я, например, в тебя верю. Да. Я на самом деле люблю гнедых, люблю пегих. И, в принципе, вот когда есть вот такие гольфики, как у черного, я люблю рыжих. Причем я могу даже объяснить это, почему я люблю все эти окрасы. Пегих я люблю, потому что это чаще всего окрас таких мустанги, все такое. Вот, то есть какие-то такие свободные как будто породы. У меня это такая ассоциация. Гнедые стандартный цвет, но тут он очень такой. Это даже не гнедой, я просто как название не знаю. Но не чубарый, не помню. Еще у него сердечко на носу, это очень мило. Да и вообще он классно нарисован, еще вот эти маленькие светлые пятнышки. Розовые носики. Почти у всех тут розовые носики. Почти, да. Не, ну просто у кого-то больше, то есть у пегих целиком розовые носики, у этого сердечко на носу розовенькое, а у этого вороного проточено вон розовенькое губки. Вот, сердечко как-то больше сантимировано. Я тут сколько? Папа! Ой, мама! Ты видела это? Кошмар! Я тут ходила напротив именно этих четверых минут 10 и додумала, что я ничего не додумала. Я думаю, что если мне нравятся все четверо, и даже там их больше, еще там четверо в других локациях продаются, мне больше всего симпатизируют вот эти три, то есть вороной, пегий и вот этот коричненький, то почему бы не сломать систему и взять того, которого вот, ну, как бы тоже нравится, но даже не думал про него. Рыжего. Рыженький. Ну, вот и я и думаю, потому что мы же с тобой посмотрели. У тебя карта, да, страница. Другая. Вот, я как раз и задумалась о том, что... Ну, самое первое, что я тебя спросила, каких мастей у тебя лошадей больше? Знаешь, я поняла, что акцент делать на то, сколько мастей у тебя больше, бесполезно. Потому что некоторые люди, я знаю, в ССО они покупают либо только черных, либо только светлых, белых. Я не такая, я так не могу. Я такого как-то не очень. Потому что я смотрю на каждого из них, у каждого я уже вижу свой характер. Ну да, они все очаровательны. Ну, мне вот, например, вот этот, рядом с которым ты стоишь, у него вот эти вот синяки под глазами, это так забавно. Просто напоминание о том, наши с тобой экзамены. Экзаменационные ночи, о да. Да, но если уж на то пошло, то это твои экзаменационные ночи. Я-то в экзаменационные ночи спала. Ну это в отличие от тебя. Да, Дашенька у нас умничка, Дашенька у нас все сразу выполняла, все делала. Да? А по-моему, я ничего не выполняла, но тем не менее, ночью совестно ложилась спать. Ну, как скажешь. Но вот на мои синяки это действительно похоже. Угу. А с сердечком? Просто потому, что очень классный окрас и сердечко. Да, это просто это такая вот, я не знаю, это индивидуальность как будто бы дополняет. Вот это... И у него, знаешь, у него такая мордашка вечно, типа такой, типа, а я чего? А я что? А кто тут? Знаешь, вот такой, типа, знаешь, слегка офигевший всегда конек. То есть, куда бы он ни посмотрел, вечно какой-то у него, знаешь, чего? 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 Потому что у него, я как не посмотрю на него, он вечно вот такую моську делает. Вот.
этот такой, знаешь, мне кажется, свободолюбивый был бы. Да, к нему прям как это подходит. Что подходит? Свобода. Чистота характера. Черта характера свободолюбивый? Ага. Да. А вот этот, я бы вначале сказала, когда я увидела его картинку в интернете, что он такой, знаешь, это такой серьезный конь, не любящий, когда его достают просто так, но любящий при этом щипать травку в загоне. Ты знаешь, типа, я не хочу, чтобы со мной много возились, но я люблю гулять. Ой, а народу-то. А еще мне напоминает дымок. Дымок? Ага. Просто дымок. Да, я не знаю почему, но он какой-то вот темненький. Смотри, кстати, себе. Вот девочка. И... Смотри, девочка на нем и с шишками. Я, кстати, на своем его тоже шишки сделала. Смотри, шикарно. Угу. Надо поприставать немножечко. Надо просто подойти и посмотреть. Правда, меня задавит, как всегда. Ну, кстати, слушай. Я не знаю. Ладно. Рыженького. Потому что он меня потом останавливает, когда я всех своих прокачаю, у меня уже СК накопится еще к тому моменту. Я смогу купить еще кого-то. Ну да. Подними бошку. Он очень такой, знаешь, я бы сказала, что ему 3 годика. То есть такой молодой конек. Игривый. Мне так нравится, как они моргают. Ну да, они очень милую модельку сделаны. Что ж такое? Нет, это точно мой конь. Знаешь почему? Чаще всего, всегда, когда я нажимаю коня, которого хочу покупать, он всегда ест почти без остановки. Потому что они могут моргать, что-то делать. Но этот, вот обычно, которых я покупаю, они сразу едят, едят, едят. Вот сейчас он стоит. Это мой конь. Так, уровень 5, 750, да. Этот коняха будет моей чертой пока что. Я сяду на сошную диету. По прокачке коней и издержек в затратах. Зато похудеешь. Я бы сказала, располнею, потому что коняхи повысят уровень, СК накопится, то есть я жирнею. Так, не знаю, я могу, кстати, ошибаться, потому что некоторые имена у меня есть. А, ёлки, тут русский язык. Я хочу на английском. На английском? Да. Меня сейчас бзик, я не хочу на русском, потому что везде все на русском. А имена, вот когда на английском, знаешь, вот на скачках там объявляют имена, когда на английском оно как-то звучит получше, мне кажется. Ну, тогда давай. Так что сейчас перезайду на английский язычок. Итак, мы вернулись к тому моменту, что я поменяла язык на серваке. И мы будем его как-нибудь называть. Так... Винер, Баттер, Варьор. Да, давай, конечно. Твин, Твир, Травел, Торнадо, Торч, Топ, Тайм, Тиа, Тейл, Сюрприз. Вот, Айрон. Лайс точно не подходит. Нет. Это должно быть какое-то милое имя. Львиный сюрприз нет. Литл Лаки. Как тебе имя удачный сюрприз? Удачный сюрприз? Да. Да, звучит хорошо, кстати. Нет? Можно, собственно. Сейчас, можно еще кое-что. Да. П-п-п-п-п-п? Был бы Милки Тиа. Милки Тиа? Да. Молочный чай? Ага. Тиа тут вроде было, да. А вот Милки? Нет, не думаю. Мейст Мани нет. Лаки. Памкин. Это тыква. Мне. Так, Лаки Поп. Лаки Поп? Кстати, можно. Лаки Поп. Ну, не знаю. Конь, подними бошку. Ты Лаки Поп. Лаки Поп. Знаешь, он как будто даже меньше по сравнению со всеми не смотрится. Угу. А так выше.
Так, Lucky Pop. Жюри, как вам имя Lucky Pop? Одобрено. Все, покупаем. Яха! Класс. Ну что, я тебя поздравляю с тобой. Да что, спасибо, но это еще не все. Мы сейчас быстро разъезжаемся. И ты едешь на ферму Стива, и я приезжаю к тебе, и мы меняем ему гриву. На ферму Стива? Да. Эй. Итак, где мой коняха? Где мой коняха? Так, начинаем со своего коня, на котором я сейчас. Очень символично, кстати, я сделала. Я поехала покупать чистокровную юрвинскую, сидя на чистокровной юрвинской. На своей начальной лошади, которую нельзя продать. С ней задание надо проходить. Да, ну я. Так, сейчас тогда я быстренько. Где моя пусечка? Где мой попчик? Попчик. Кстати, а вот и моя кличка. Попчик. Поп. Да. Попчик. Ты какой же хорошенький, а? Так, тебе подойди. Ай! Не тому коню одел его альтрафик. Так, Lucky Pop. Так, давай это. Илюша. Так, как-то я пока не понимаю ничего. Это какое седло вообще ему одела? А, нет, все нормально. Все. Ух ты какой! Кстати, на рынке продается точно такой же, только старой модельки. Он тоже такой пегий, но старой модельки. Так, сейчас уже будем выбирать его, беру его, я не знаю какую. Ну вот сейчас мы решим, как раз все наметим. Да! Так, я уже здесь, я уже бегу! Бегу! Да, ждут. Меня ждут. Бегу. Да, не, ну серьезно, как будто начал. Да, я тебя вижу. А ты где? Так вот, алло. А, ну, ты, как бы ты стояла, мы же помним, что если в ССО долго стоишь, тебя не видно. Так, окей, давай думать. Так, ну, не то. Он не похож на выездкового коня, которому нужны шишки. Хватит есть, конь. Хм. Поставь нормальную бошку. То есть либо эту, либо вот эту. Это грива на одну сторону, то есть вторая сторона у него будет короткой. Ну, точнее, вообще без гривы. Хвост, мне без разницы, на хвост мне важна грива. Хватит есть, морда. Не знаю, мне вот как раз вот это нравится. Блин, не знаю. Да-да. Да, мне средненькая понравилась. Ну, давай средненькую. Та-дэнс! Все. Офишен. Финишит. Все. Конь готов. Это какая? Это вторая, по-моему, у меня. Да, всего лишь вторая юрвинская чистокровная. Я думала, до этого покупала. Нет, это всего лишь вторая. Первая началочка, а это вторая юрвинская чистокровная. Ну-ка. Ну да, он как... Хорошенький такой, какой прям в пятнышко весь такой, да, и он прекрасен. Он, знаешь, такой вот вестерн, Дикий Запад ощущается. И просто свободы, просторы. Тебе всаднику дают шляпу еще надеть, и все будет шикарно. У меня есть, но не в сумке, у меня где-то есть. Ну, я думаю, потом, кстати, на заставку этого видео сделаю как раз. Где в шляпе, там, на дыбах, ковбой, еха! Ох, красавец. Да. В общем, покупочка вот такого милаши, такой вот Lucky Pop, это будет уже третий конь, который на днях куплен на английском языке. И имена, кстати, мне кажется, так лучше звучат. В общем, спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, пишите свои идеи, если у вас есть вообще предложение, чтобы я могла снять. Спасибо сестренке Мишке за участие в очередном видосике. А тебе огромное спасибо, что меня так отсекло. Мишка, давай. Реклама мишень. Реклама.
Канала нет, но все равно приходите смотреть на нее здесь. Ну да, хоть где-то, хоть куда-то. Да, пишите, если вы хотите еще больше видео с Мишкой, потому что, чтобы записывать с Мишей видео, это нужно очень сильно постараться. В общем, спасибо вам большое. С вами была я, Донали, моя новая лошадка Лаки Поп. Не забывайте чистить ваших лошадок, кормить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Спасибо, всем удачи! Удачи вам!